Добрый день, дорогие зрители! На этом канале мы каждый день обсуждаем новости из мира звезд российского шоу-бизнеса. Не забудьте подписаться. Этот день стал достаточно тяжелым в мире российского кинематографа, ведь за один день мы получили сразу несколько скорбных новостей об уходе любимых артистов. Сначала стало известно об уходе популярной советской и российской актрисы Натальи Гущиной, которая больше всего зрителям запомнилась по ролям в таких фильмах, как «Двойной обгон», «Штормовое предупреждение», «Соль земли», «Вас ожидает гражданка Никанорова» и во множестве других картин. Долгое время играла в театре, и сегодня поклонники получили новости о ее уходе. Мы об этом рассказывали подробнее в предыдущем выпуске. Не успела пройти и нескольких часов, как вся страна узнала об уходе другого популярного актера, который зрителям мог запомниться по фильмам «Маргиана», «Любовные испытания», «На краю стою», «Господин охранник» и еще по десяткам других интересных ярких картин ушел народный артист Узбекистана Мирза Азиров. Поклонникам особенно тяжело воспринимать эту потерю, ведь стало известно, что актер ушел в достаточно молодом возрасте, не дожив и до 60 лет. Вот такие трагические новости. На нашем канале еще много интересного. Подписывайтесь и всего вам доброго!